всю кухню. Пока ее подружки играют с куклами, эта девочка кормит собственную маму. Помогаю ей вставать, памперсы менять. Мама маленькой Иванки тяжело больна. У нее отказали ноги и рука. Ты сидишь с мамой, ухаживаешь и никуда не можешь отлучиться. Иванка же должна все-таки ходить в школу, она должна учиться. Она сейчас выполняет вещи, которые не свойственны ее возрасту. Какими последствия могут быть? Говорить Украина. Сьогодні 19:45 на каналі Україна. Уважаемые наши зрители, смотрите еще больше невероятных историй. Подписывайтесь на наш канал в YouTube.